Учитесь же, дети, стремитесь же в школу, на то вам и красное детство дано. Спешите к ней с ранцем большим за спиною, пройдет это время, как будто кино. А мне уж пора с нашей школы прощаться и дальше дорогу у взрослого идти. Учись, первоклассник, надо быстро мчаться, и время чудесное это цени. Дорогие первоклассники, мы уходим во взрослую жизнь, оставляя вам город детства. Здесь вы будете постигать тайны страны знаний, открытий и творчества. Имя этой страны – Стуловская школа. Один из самых главных праздников для выпускников – речь о последнем звонке. В этом году в Стуловской школе он прозвенел для 4 выпускных классов – 3 девятых и 11-го. Этого момента с волнением и трепетом ждали не только ученики, но и родители и педагоги. Сегодня фактически градообразующее предприятие Стулова собирает почти 80 детей, огромное количество родителей, близких, родственников. То есть это значимое событие в школе. Мы очень рады, что исправилась погода, только бы не сглазить, потому что долго решали, где проводить, либо в спортивном зале, либо на улице. Но ребята очень долго тренировали вальс, и мы все-таки решили рискнуть и провести его на улице. Многие уже определились, они, в принципе, даже предполагают, какие у них будут результаты. Кто-то уже практически поступил. Школа – один из важных этапов жизни. С ней связан не только учебный процесс, но и процесс взросления. Первая крепкая дружба, любовь, успехи и неудачи, радость от побед и переживания от поражений. На самом деле очень грустно, но одновременно радостно, потому что начинается новый этап нашей жизни. Я тоже так считаю. Очень грустно уходить из таких родных стен, где почти каждый день проводили. Что можете про учителей своих сказать? Очень все добрые, отзывчивые, понятно, объясняют сложные предметы, объясняют по несколько раз. Терпеливые, да. Как настроен на ЕГЭ? Немножко страшно, но удерживайся. Я планирую поступить в ВятГУ на журналистику. Я в медицинский. Волнуются не только выпускники, но и педагоги. На протяжении многих лет они вкладывали частичку собственной души в каждого ученика, обучая и наставляя на правильный путь. За годы преподавания у каждого из них есть свои теплые воспоминания. Сегодня у меня второй выпуск, второй девятый класс. И для меня этот класс тоже особенный, благодаря тому, что эти ребята, наверное, самые суперактивные, занимаются в секциях, получают дипломы, грамоты разного уровня. И сегодня очень волнительно и даже сложно немножечко говорить, но я их люблю всем сердцем. Поскольку часть ребят уходит все-таки из нашего класса, мне очень хочется, чтобы они смогли найти свою дорогу в жизни. Те, кто остаются со мной, я думаю, что мы с ними сумеем за 2 года еще больше сплотиться, и нам будет весело, интересно, и их путь тоже будет окрылен успехами, о которых они мечтают. Уроки закончились, но окончательный день прощания со школой не наступил. Впереди ребят ждет еще один важный и ответственный момент – сдача экзаменов. Ну а затем долгожданный выпускной.